Чебоксарах был замечен белый кроссовер, полностью обклеенный гирляндой. Автомобиль проезжал район ХБК и центр города. Пользователи уверяют, что водителем блестящей машины был Дед Мороз. А новогоднее настроение жителям деревни Клычево Чебоксарского района создает дом семьи Ивановых, который видно издалека. Его украсили светящимися огоньками, а рядом установили оригинальные фигуры из снега и нарядную елку, увешанную гирляндой и медицинскими масками. Помогали внуки, внучки, дети, все вместе украшали. Миски, полные еды и полы с подогревом. В Цивильске появилось кошачье общежитие из картонных коробок. Местные жители приклеили к трубе отопления своеобразные домики, а рядом поставили контейнеры с едой.